И вот еще про Люду. Она у нас сама человек очень талантливый, и у нее еще вся семья очень талантливая. И вот этот портрет Светланы нарисовали семейные домочадцы Люды. Девушка сына. Девушка сына, да. Вот тут уже больше меня знают. Вот такой замечательный портрет. Мы его тут пристроим, пускай вот Светлана будет вот так с нами. Можно как вот было выставить, как вот. Как вот? Да. Ну я не, не могу, мне кажется, я должна его вернуть владельцам. Люда, да? Я должна его вернуть владельцам. А то аукцион можно, да. А то тут предлагают аукцион. Можно? Хотите? Да, конечно. Люд, тогда иди сама проводи, это твое имущество. Давай, давай, иди. Начальная стоимость 5 рублей. Если не моргнете, скажу рамка. Поверь столько же. Ну давайте 100 рублей, хорошо. 100 рублей. 500 давай, 500. Давай по 100 рублей добавляем. Шаг. Рекомендую начинать с 500. Да. Я, значит, не могу вам перечить. Значит, 500 рублей. Быстро. Начальная стоимость. Все руки подняли. Быстро подняли все руки. Быстро, да. За 500. Но уже есть. Так, поехали дальше. Давайте все-таки со 100 начнем. Уже 500 согласились. Три человека. Что страшного? Как интереснее будет. Давайте начнем со 100. 100 рублей. Значит, посмотрите, какой портрет. Да. Друзья, это явно человек, который не умеет проводить аукционы. Итак, посмотрите, я уже вижу как минимум одного человека, который должен отдать 500 рублей, второго человека, который готов отдать 500 рублей. Итак, 500 или 500? 600, 1000, 1000 рублей за этот великолепный портрет. 1100, я так понимаю, шаг. 1100, отлично, я вижу. 1200. Кто больше, друзья, посмотри на этот портрет. Авторской работы 1300, я вижу, уже повышение цены пошло. Итак, уникальнейшая работа. Не просто сделана там с фотографией люди, которые лично знакомы. Написан, можно сказать, практически с лица, под влиянием творчества, по полной программе. То есть, понимаете, не просто так. Вот, вот ее аплодисменты, человек, который готов заплатить 1500 за этот портрет. Итак, 1500, следующий шаг у нас. 1600. 1600. 1700 готовы дать за этот портрет, друзья. Отлично. Итак, кажется, что простой карандашный набросок, но на самом деле великолепная работа. Угольком сделанная работа, да, вот сейчас пошли нюансы. Причем, заметьте, прямо вот с авторской подписью исполнительницы этого портрета. Итак, 1900. 1900. 2000. 2000. 2100. Ты сейчас руку подняла 2200 или просто так? 2200. Да, вот это подстава. Я абсолютно права, да, да, да. Вот так вот и работает аукцион. 2200. Вот отсюда у нас сейчас поступило. Готов ли кто-то заплатить больше? Вот что меня интересует. Друзья, 2200 тут уже предлагают. А что ты думаешь? Если сейчас не перекупят, не убедишь кого-то, то ты платишь, ты не поняла. 2300. Тебя спасла подруга, ты должна ей как минимум 100 рублей просто, понимаешь? Итак, 2300. Готовы ли дать больше? Итак, 2300 раз. 2302. И... 2400. 2500. Ох ты ж, 2600. Девочки разогрелись. Кажется, они еще не проверили свои бумажники. Я не знаю, то есть как бы они знают, что у них на счетах как минимум. А это уже на самом деле не так уж и важно. Итак, 2600 раз. 2602. 2700. 2800. 2800 раз. 2800. 2900. 3000. Она готова отдать 3000 за это. Ты понимаешь? Вот просто вот так вот раз с куста достала бумажник из кармана, отсчитала. Ты руку подняла, это значит 300? Ты руку не...
не поднимай просто так, я сразу в аукцион включаю его. Итак, 3000 раз. 3002. Если что, поделитесь. Ну что, в самом деле, она тебе сфотографирует. 3300! 300 раз. 302. 3300. Кто? Она же. Слушай, выходи за нее замуж. И он у вас будет семейным. Отдаете мне сейчас 6000, я их там попилю, как мне надо. И все, портрет у вас, у обеих. Одновременно. И у тебя, и у нее. И все хорошо. Итак, 3300. 3300. 3400. 3400 раз. Да я не знаю, все стесняются. Не работают, да, не работают просто. Вот. Я бы уже давно бы тоже выложила, если бы я как бы тогда... Бедная московская девочка, понимаешь? Вот. А тут вот у нас вот просто вот есть 3400 раз. 3402. 3500. Она тебя сейчас убьет. Она уже ищет, чем у нее под рукой просто ничего нет. Намекаю, намекаю. Вот там вот бар, там есть ножи, вилки, ложки. Но 3500 раз. 3502. И 3600 раз. У меня есть предложение. Слушай, твоя, как там это, сына, девушка, может нарисовать... У меня еще и дочка рисует. А я хотела сказать, она может нарисовать еще вот такой же портрет, ну, только с другой фотографией тоже, чтобы было уникальнее, чтобы девчонкам было потом проще, они между собой не поссорились. Итак, 3600 раз, 3602, 3603 продано! Свой авторской работы углем портрет Светланы Сургановой вместе с поцелуем от человека, который его, собственно, вот сюда сегодня принес. Сначала поцелуй, а поцелуй где? За него тоже это заплачено, включено, извините. Ну, а теперь, конечно же, сам портрет. А ты знаешь, где добыть еще вот работу? На самом деле это очень хорошее денежное вложение, через несколько лет этот портрет. Даже раньше. Предлагаю деньги полученные отдать в орбиту. Орбиту? Нет. Орбиту.